Настоящим праздником для всех поклонников здорового образа жизни стало открытие в городе Видное фитнес-клуба премиум-класса «Витафит». Размеры по-настоящему удивляют. Общая площадь помещений более 7 тысяч квадратных метров. Сегодня муниципальные власти, частные структуры должны находить язык, должны делать общее дело на пользу людям. И вот это живой пример. Поздравляю. На открытии клуба присутствовали известные спортсмены, мастера спорта Дмитрий и Оксана Ешанькины. Для всех собравшихся они провели импровизированную зарядку. Мы ездим, да, по стране и за рубеж, и смотрим, как раз клубы нас приглашают, но вот такого я еще не видел, честно. Вот прям очень, прям вау! Круто! К слову, в дальнейшем планируются настоящие тренинги для инструкторов фитнес-клуба. И пусть тренерский состав и так высокопрофессиональный, совершенству предела нет. И вот мы внутри. Гостей клуба встречают вежливые менеджеры, готовые рассказать обо всех услугах. Ввиду того, что, во-первых, я родилась в городе Видное и давно занимаюсь спортом, и получается сейчас Витафит, это, аналогов Витафиту нету. То есть здесь и банный комплекс, и спа, и бассейн, и тренажерный зал, и групповые занятия. Поэтому, соответственно, я пришла, чтобы узнать, какие услуги они предлагают. Просторные светлые помещения, тренажерные залы с самым современным оборудованием разбиты по зонам для силовых и кардиотренировок. Наша первая задача – это дать Ленинскому району тот продукт, которого не было в Ленинском районе. Это качественные услуги, это качественный фитнес. И с акцентом, опять-таки, несмотря на то, что мы большой клуб, все равно мы делаем акцент на именно персональных тренировках. Действительно, даже те, кто пришел в зал впервые, сразу попадают в руки специалистов и под их руководством начинают свои занятия. Гордость фитнес-клуба «Витафит» – 25-метровый бассейн с системой многоуровневой очистки воды и панорамными окнами с видом на лес. Здесь же два детских бассейна, где самые маленькие посетители спортивного комплекса учатся плавать. Один для маленьких малышей от 3 месяцев и бассейн для деток среднего возраста. И все это в одном помещении, что очень удобно, позволяет всей семьей прийти отдохнуть на выходные и также в будни. Кстати, с детьми занимаются инструкторы со специальным образованием. Кроме того, для малышей обустроена детская комната. А одно из самых популярных направлений у взрослых – кроссфит. Система упражнений на силу и выносливость. Для занятий оборудован специальный зал. Также есть зал для йоги, антигравити и пилатеса. Сейчас идет набор в студию танца и в бойцовский клуб. Кроме того, фитнес-парк «Витафит» сочетает в себе как зоны для занятий спортом, так и места для отдыха. Восстановить свои силы можно в спа-отеле, посетив русскую баню, сауну и соляную комнату. Для тех, кто хочет растянуть удовольствие, можно заселиться в один из 42 номеров гостиницы. «Витафит» находится в лесопарковой зоне города, на месте бывшего профилактория коксогазового завода по адресу Заводская, 15. Около здания большая парковка. Комплекс работает с 6 утра до полуночи. Каждый может выбрать свое время для занятий спортом. Дмитрий Книга, Владимир Андреянов, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.